как я, работая в правоохранительных органах, зарплатой 30 тысяч рублей на секундочку, с ипотекой, неуверенная девчонка смогла создать бизнес, который на сегодняшний день делает товарообороты более 3,5 миллионов рублей и свой личный бренд с доходом более миллиона. Секрет прост. Я знаю, что многие употребляют эту фразу в своем лексиконе, а ведь именно она блокирует нашу энергию и наш финансовый поток. Она настолько проста. И вы сейчас можете подумать, это слово дорого. Хотя это тоже не нужно употреблять. Но все намного проще. Это выражение «я не могу». Просто забудь эти слова и никогда их не говори. И не говори, что ты ничего не можешь. Не уговаривай меня. Я не могу лечь под генерала и взять него в рот. Вот не могу я это сделать, чтобы также раскрутить свой бизнес, который с товарооборотом был бы в 3,5 ляма.